Здравствуйте, дорогие друзья! 36-я студия приглашает вас в Аризону на 49-й Супербол. Главное событие северного американского спорта, для вообще мирового спорта, начинается буквально сейчас. Сейчас очень хороший пас, и тачдаун Роб Гранковски. Прием, тачдаун. Это все Роб Гранковски. Рассел Вилсон, вот что я и говорил. Но правда флаг, да. Но флаг. Да, это нарушение у патриотов. И вот любопытно, Сиэтл, бить филдгол или же попробовать сыграть? Походу, Пит Кэрролл... Тайм-аут есть все-таки, я думаю, стоит играть. Очень мало времени, хватило для тачдауна. Фантастика. Это просто фантастика, друзья. И кто это? Кто это? Ты выучил фамилию, Андрей? Мэтьюс? Это... Да-да-да. Это Крис Мэтьюс, друзья. Новое имя, запомните. Фантастика. Они сделали за 40 секунд, то есть за 2 минуты предупреждения, да, начиная с него, мы увидели драйв от Пэтриот с тачдауном. Драйв от Сиэтла с тачдауном. Там хорошее, но не достаточно. Эдельман! Это Джулиан Эдельман! И это тачдаун New England Patriots! 20... Боже мой! 20...
7:24. Рассел Уилсон. Пустой бэкфилд у него. Вообще без вариантов. Пас и Линч. Линч на приеме. Дают, мне кажется, эти короткие 5-10 ярдов, они пока не опасны для Патриотс. А вот здесь нельзя, и, как близко, но поймал? Как это? Он поймал этот мяч? Как? О, боже мой, что происходит, друзья? Это была лоб. Боже мой! Адел Бекхэм Джуниор, ты не умеешь ловить мячи, потому что ты никто по сравнению с Джермейном Пёрсом. Забудьте про Бекхэма, друзья. Его ловля ничего не значит. А вот эта ловля, возможно, везет кольцо. Это фантастика, друзья. Ярд и Линча три попытки. Все! 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 Это все! New England Patriots выигрывают 49-й супербол! Вау! Просто вау! Белличек знал это, понимаешь? Он это знал! Такой концовки супербола мы не видели, наверное, никогда. Зачем они играли пас? Почему нельзя было на Линчу набрать этот чертов ярд?